Всем привет, ребята, и сегодня мы будем делать трюки в Майнкрафте. Вот я вот опубликовал уже первую часть, если я ее, конечно, не забуду опубликовать. Ну, а эту я обязательно опубликую. Ну, и первое на очереди, это у нас самый простой трюк. MLG Water Drop. Хотя, я думала, он будет проще. Ну так вот. Простите за плохое качество. Хотя, может, оно не и хорошее. Но вот, повторяем MLG Water Drop. Ой, да, ё-моё. Сейчас продолжается запись. Ну, вы видели технические шоколадочки? Я думаю, да. Раз, два, три! MLG Water Drop! Да, у меня получилось! Но, чтобы закрепить этот результат, я попробую еще раз. Да, я попробую еще раз. И раз, два, три. Пил. И смотрите, ребят. Смотрите. Ой. Побольше покажу в следующем видео. Раз, два, три. Да, да, мы должны. Такой запутанный выбор режима игрового. Раз, два, три. MLG Water Drop. Да, все получилось. Вот такого результата я добивался. Сейчас я сделаю способ, который, если честно, придумал я сам. Ну или он был, но я его узнал не от какого-то ютубера, а сам просто придумал. Тут надо прыгнуть, а 10 литров и полететь на них. Вот так вот. Ну это самый легкий трюк. Короче, самый легкий трюк. Мы повторили с первой попытки. Теперь он полегче, чем тот вот сложный. Тут нам надо будет с высокой высоты упасть вон в ту лодочку. И мы попробуем сейчас на счет 3. Раз, два, три. Нет, не получилось. Ой. Ой. Уже вечереет. Time set day. Текс. И все. Нам в этом инвентаре ничего не надо. И бац, раз, два, три. Бис! Ай, не получилось. А. Я придумала, как сделать так, чтобы нам не забираться каждый раз. Я пишу. Spawn point. И все. Мы будем спавниться тут. Если мы... О! Получилось. И следующий у нас на очереди трюк. Он тоже связанный с лодкой. Только нам надо... ее взять в инвентарь свой, прыгнуть, поставить ее в земле и потом сесть мне. Раз, два, три. Да! Получилось! С первого раза! А теперь этот трюк будет 2x. Потому что он будет... и с блоком слизи.
и с ведром воды. А суть заключается в том, что я должен упасть, поставить блок слизи под себя, потом отпрыгнуть от него и потом сделать ватердроп. Этот трюк в два раза сложнее, потому что тут добавился блок слизи. Но в следующем трюке будет вместо ведра воды лодка. Ну так ладно, погнали. 23. Пьем. Блин, а как это сделать? Блин, я чуть не умер. Нам надо попробовать. Раз, два, три. Такс. Надо попробовать. Ба! Ой. Ой, извините. Так, ребята. И, кстати, когда мы выполним этот трюк, будет небольшое объявление. Ну и сейчас будет объявление. А прежде чем продолжим смотреть ролик, подпишись на канал и поставь лайк. Ведь именно ты, может, это и не сделал. А кстати, потом можешь отписаться, но... Все равно можешь подписаться, а потом отписаться. Но если нет аккаунта, то тогда можешь досмотреть, потом сделать аккаунт, зарегать аккаунт, ну или попросить кого-то сделать тебе аккаунт и подписаться. Ну а мы продолжаем. Такс. Надо будет сделать улететь. Надо улететь. Так, надо улететь. Ну так вот, ребята. Все видеоролики на моем канале будут длиться по 10 минут, потому что пробная версия Bandicam, она дает максимум 10 минут съемки. О! Да! Да! Я смог! И да, я смог. Да, теперь очень сложный трюк. Теперь мне надо прыгнуть, поставить блок слизи, потом отпрыгнуть от него и поставить лодку. И сесть мне. Так, уф, надеюсь, я смогу. Нет, я не смог. Из жизни всех людей. Мало хпшек осталось. И, ребята, если что, если вы знаете мой ТикТок, можете зайти на мой YouTube канал. Скоро я поменяю описание в ТикТоке, и потому что я ушел из ТикТока, потому что я перешел на Ютуб. Мне больше в Ютубе нравится снимать. Ай, теперь, чтобы не умереть, надо взять нашу прелесть, съесть ее и прыгнуть. Чего? Мы выжили? Обалдеть. Я выжил. И раз, два, три. Пил.